Вот, скажите. Хорошие позиции за Путина, за народ, за все хорошее. А по поводу... Это вы вот там налетели. Нет, по поводу Украины. По поводу спецоперации на Украине, освобождение амбратский народ. Поэтому к Украине мы относимся положительно. Операция проводится только против нацистов, фашистов и тех, кто с оружием в руках держит мирных жителей в заложниках. Мы поддерживаем нашу армию. Какой зовут? Хорошо. Испытание совести называется. А ваша позиция какая? Моя позиция насчет чего? Ну, по поводу спецоперации на Украине. Или в Украине. Отрицательно. Тут другой позиции у порядочного человека не может быть. А вот позиция по поводу, вот смотрите, девушек задерживают, просто идущих. Вы не боитесь, что вас задержат? Пусть задерживают. А, то есть вы... Я специально вон туда пошел, я с Никольской хотел на красный пройти. Стоят охранники. Инопланетяне. При них прямо позвонил и сказал, что не согласен. Говорят, что от народа. Мы вон видите, в гражданской одежде. Никого, против никого ничего не делаем. Что? А можно представить полиции, зачитайте мне ваши права. Или на каком основании? За просьбу разъяснить права человек задержан.